Каждая яма на учете. В Люберцах зафиксировали и оцифровали почти 3000 дорожных неровностей. Это было сделано в рамках подготовки к ямочному ремонту дорог. Сейчас он идет полным ходом. Уже ликвидировано порядка 1500 ям. За ходом работ на пересечении улиц Шоссейная и Московская наблюдала наша съемочная группа. Презервовать асфальт и ускорить темп работы – такую команду дал Владимир Ужицкий дорожной компании. Сроки поджимают, работы много. А самое главное, в связи с дачным периодом в разы возрастает потребность водителей в использовании дорог. Мы каждый день должны эту работу наращивать, потому что от ям надо избавиться, потому что многие жалуются, особенно когда дождь перешел, ям уже не видно, когда там лужи, и люди там колеса могут в этих ямах оставлять. Владимир Ужицкий также подчеркнул, что обо всех ямах на люберецких дорогах жители могут сообщить ему через Инстаграм или используя другие способы связи, например, портал «Добродел». На сегодняшний день уже устранено 70% от установленного норматива. Все эти ямы оцифрованы в программе СКПДИ. В том году мы работали в программе «Дороги Подмосковья». Оцифровано было около 5000 ям и выполнен ремонт. В этом году планируется 3000 ям вот на территории центр, восток. Однако автовладельцы, несмотря на выполненные дорожными компаниями нормативы, остаются недовольны состояниями дорог. Ну, очень плохие дороги у нас, разбитые ямы. Постоянно после зимы выбоины идут. Так асфальтируют безобразно. Одни колдобины, одни рытвины. Вот сейчас залатают. На следующий это осень или будет весну, будет то же самое. Каждый год одинаково по весне. Как только снег стаял, сплошные вот такие большие отверстия, которые создают проблему для автомобилистов. На сегодняшний день уже оцифровано порядка 2700 ям, отремонтировано около 1500. Полностью привести дороги в порядок планируется к 20 числам мая. Мария Кузьмичева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.